Валентин, ну, в первую очередь поздравляем с победой в такой нервной игре. Первый тур, открытие чемпионата. Удачно стартанули. Но все же, пожалуйста, скажи честно, какие у тебя были мысли при счете 5-2 в начале игры? Ну, в первую очередь хочу поздравить уже нашу команду с победой. Ребятам сказать большое спасибо за самоотдачу. Ну, это мини-футбол. Я еще перед игрой говорил ребятам, что в мини-футболе все возможно. Минута все решить может. Ну, 5-2, как бы были небольшие переживания, но я верил в нашу команду, знаю характер ребят, что на тренировках бывает, когда в двух сторонках у нас побольше счета, мы вытягиваем эти игры. То есть хочу сказать, что все молодцы, самоотдача великолепная была сегодня. В какой момент ты уже почувствовал, так сказать, что сегодня будет победа, или до финального свистка все-таки? Когда судья свистнул в конце, тогда я понял, что победа, потому что такой матч. На 6 фолах мы были, в любой момент могло быть все, что хочешь. Как на следующую игру будете готовиться? Все по плану. Завтра выходной, понедельник баня и тренировки, и поехали. Атмосфера первого тура, болельщики, все не разочаровало дома? Нет, все, болельщики молодцы, всегда поддерживают нашу команду и любят спорт здесь. Спортзал любят, и я хочу сказать, что, конечно, я думал, будет больше болельщиков, бывало и побольше, но, наверное, это не время играет и не подошли. А так всем болельщикам спасибо, молодцы, хорошо поддержали нас. Надеюсь, игра им понравилась.